Елена Ивановна Рерих, выдающийся русский философ и ученый, известна прежде всего тем, что записала несколько томов «Живой этики», новой философской системы, объединяющей западную теософию и эзотеризм Востока. В учении «Живой этики» сообщается, что наступила новая эра огненных энергий и возможностей, и даются знания, как человеку подготовиться к принятию новых энергий. Елена родилась 12 февраля 1879 года в Санкт-Петербурге в семье архитектора-академика Ивана Ивановича Шапошникова и его жены Екатерины Васильевны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, внучатой племянницы великого фельдмаршала. С малых лет Елене был присущ дар распознавать людей и примирять их во время ссор. По свидетельству близких, от рождения она была одарена сверхъестественными способностями. Мариинскую гимназию Елена окончила в 16-летнем возрасте с золотой медалью и поступила в Санкт-Петербургскую музыкальную школу. Ее ожидала блестящая карьера пианистки, но жизнь распорядилась иначе. В 1899 году Елена Ивановна познакомилась с молодым художником Николаем Константиновичем Рерихом, и уже в 1901 они поженились. Общность взглядов, духовная близость, глубокие взаимные чувства сделали этот союз необычайно прочным. В 1902 году у них родился сын Юрий, в будущем ученый-востоковед с мировым именем, а в 1904 – Святослав, будущий художник, мыслитель, общественный деятель. Елена Ивановна была сердцем, наставником и главным устоем семьи Рерихов. Муж и сыновья необычайно высоко ценили роль Елены Ивановны как светлого гения семьи. В своих воспоминаниях Святослав Николаевич отмечал: «Для нас и для всех, кто близко с ней соприкасались, это духовное общение было как бы живым утверждением высших истин предвечной правды». Николай Константинович называл жену вдохновительницей и другиней. Ей первой он показывал каждое новое произведение, будь то картина или книга. Многие полотна художника были созданы на основе образов и мыслей Елены Ивановны. По свидетельству Святослава Рериха, сотрудничество Николая Константиновича и Елены Ивановны было редчайшей комбинацией полнозвучного звучания на всех планах. Дополняя друг друга, они как бы сливались в богатейшей гармонии интеллектуального и духовного выражения. У Елены Ивановны в детстве и ранней юности были проблески воспоминаний и сны о духовной связи с учителем. В зрелые годы эта связь оформилась и укрепилась с помощью ясновидения и яснослышания. Именно таким способом было записано учение живой этики или Агни-йоги. У Рерихов было немало встреч с махатмами на физическом плане. Символично, что первая встреча с учителями произошла в том самом лондонском Гайд-парке, где Елена Петровна Блаватская впервые встретилась со своим учителем Эльморией. Это случилось 24 марта 1920 года. С тех пор 24 марта в среде духовных искателей отмечается как День Учителя. По указанию учителей, осенью 1920 года семья Рерихов направилась в Нью-Йорк, где у художника были запланированы выставки по городам США. В Америке под руководством Николая Константиновича и при непосредственном участии Елены Ивановны была развернута широкая культурно-просветительская деятельность. Создан ряд учреждений, музей Николая Рериха, Мастер-институт объединенных искусств, Международный художественный центр «Корона Мунди»,
которые стали крупными культурными международными центрами. В 1923 году в Париже рерихи получили от учителя камень Чинтамани. Восточные легенды называют его сокровищем мира, мыслящим камнем. По преданиям, метеорит был прислан на Землю высокоразвитой цивилизацией из созвездия Орион и лег в основании земной страны Шамбалы. Камень помогает хранить вибрации с дальними мирами. И если основной камень находится в Шамбале, то его небольшие осколки могут перемещаться по миру. Благодаря адептам Великого Белого Братства кусочек камня оказывается в тех местах, где необходимо заложить основу будущих прогрессивных изменений. Вместе с кусочком камня Чинтамани рерихи отправились в Центральноазиатскую экспедицию в 1924-28 годах, которая прошла по маршруту Индия-Китай, Алтай-Монголия, Тибет-Индия. Елена Ивановна была единственной женщиной, которая прошла весь труднейший маршрут и разделила с остальными членами экспедиции тяготы пути и смертельные опасности. Кроме огромной научной ценности, экспедиция была отмечена новой встречей с учителями, направлявшими деятельность сотрудников. Как сообщает биограф семьи Павел Беликов, при встрече в Дарджилинге были получены инструкции о том, что надлежит сделать в ближайшие годы по плану владык, в том числе конкретные задания их главной миссии, поездки в Советскую Россию и передача там послания Махатам. В послании предлагалось наставничество гималайских руководителей. К сожалению, руководство Советского Союза не приняло предложение владык о сотрудничестве. Обширные научные материалы, собранные во время экспедиции, требовали систематизации и обработки. В 1928 году рерихи основали в Индии Институт научных исследований Урусвати, что в переводе с санскрита означает «свет утренней звезды». Елена Ивановна стала президентом Урусвати и вела обширную переписку с учеными всего мира. Институт привлек к сотрудничеству и обмену информацией десятки научных учреждений Азии, Европы и Америки. Начав в 1920 году в Лондоне записывать первые строки учения живой этики, Елена Ивановна вела эту работу до конца жизни. 13 книг учения были созданы ею с помощью и под руководством учителей Великого Белого Братства. За свою жизнь Елена Ивановна написала огромное количество писем друзьям и сотрудникам, где просто и доступно объясняла своим корреспондентам сложнейшие вопросы бытия. Письма изданы в нескольких томах. В одном из январских писем 1933 года Елена Ивановна говорила: «Время грозное, время беспощадное. И мы должны всею силою духа противостать разрушению. Все, несомненно, ждут какой-то перемены, какого-то выхода из создавшегося тупика. Но, как всегда, главная масса бросается в сторону механического разрешения проблемы жизни, забывая, что истинная перемена может наступить лишь при расширении сознания, в понимании духовного начала как главенствующего в жизни». Написанные почти век назад, эти слова по-прежнему актуальны. В 1929 году в Париже под псевдонимом Сент-Илер была издана работа Елены Рерих «Криптограммы Востока». Эти сочинения передают легендарные события древности, повествуя о неизвестных сторонах жизни великих учителей человечества – Будды, Христа, Аполлония Тианского, Сергия Радонежского. Образу Сергия, хранителя и заступника земли русской, Елена Ивановна посвятила отдельную книгу
преподобный Сергий Радонежский, в которой трепетная любовь к подвижнику соединилась с глубоким знанием и пониманием истории. Блестящее владение иностранными языками и глубокое знание философии позволило Елене Рерих перевести на русский язык два тома «Тайной доктрины» Елены Петровны Блаватской, а также избранные письма Махатм, которые были изданы под названием «Чаша Востока». Возможность познакомить с этими важнейшими теософскими произведениями русскоязычного читателя была насущной необходимостью, поскольку именно с Россией владыки Шамбалы связывали возрождение духовности и нравственности в обществе. Самоотверженная жизнь и деятельность Елены Ивановны и всей семьи Рерихов была продолжением той широкой духовно-просветительской работы, которую владыки начали с помощью Елены Петровны Блаватской. Миссией семьи Рерихов было подготовить сознание человечества к приближающейся новой эпохе, заложить основы мировоззрения новой человеческой расы. Рерихи открыли человечеству, что время Шамбалы и Майтреи пришло, и впервые подняли над планетой знамя мира, знамя Майтреи.